Всем доброго здравия. В связи с последними событиями, которые произошли здесь в нашем уголке, это вот строительство и вольера для баранчиков, и работа здесь у нас и в огороды, и прочие, сбор ягод, которых были здесь, закрывание компота, вареньев. Мы совсем забыли о нашей теплице, о нашей любимой тепличке. А, кстати, она нас очень сильно выручала, весной особенно выручала. Это вся зелень, которая здесь росла, мы питались ей, это хорошие витамины. Это укроп, это лук, это салат. А редис какой здесь был? Вообще отличнейший. Огурцы, правда, были запоздалые, но тоже мы отсюда их начали первые кушать. Уже после этого мы просто перешли в наш огородик, и там обилие было таких нежнейших огурчиков. А как видите, три ведра собрано здесь теплицы, таких вот семенников, потому как в последнее время мы сюда уже почти не заглядывали. Но заглядывали мы так вот, среди этих зарослей мы посмотрим. Вот висят помидорчики, а еще не зреют. Что с одной стороны, что с другой стороны, так вроде буреют. Ну, ждем и уже думаем, что скорее всего даже быстрее, наверное, на огороде уже помидоры вырастут, чем здесь. Но если мы внимательно присмотримся, особенно вот со стороны клубники, то мы увидим здесь оранжевый красноватый цвет. А мы дальше не проходили и просто не видели их. А помидоры, то оказывается, там зреют. И зреют не только здесь, и с другой стороны также. Пройдя через эти такие вот дебри, мы заметим, что и здесь помидор есть. Вот такой вот красавец запрятался. И здесь тоже, если немножко так раздвинуть, то мы увидим, тоже краснеются помидорки. И вот, пробравшись через такие вот дебри, мы вот снимем здесь еще такой вот маленький уже засохший огурчик. И раздвинув здесь так плети, мы увидим, ребят, ну вот помидор, вот помидорик. Отличный помидорик, хоть мы небольшой, но это наш. Наш помидорик вообще отличный. Еще вот маленькие небольшие помидорки, но это маленькие. А здесь также, если немножко раздвинуть, то мы видим, какая красота. Какая красота. Смотрите, свой помидор. Смотрите, офигеть. А мы все спереди смотрим. Вот, скоро будет, наверное, спеть. Смотрите, ребят, собрал. Они хоть небольшие здесь, то это наши помидорчики. Сейчас мы попробуем залезть в такие вот дебри. И здесь увидим, здесь достать помидорчики. Вот это балдеж. Это настоящий балдеж, ребята. А это самый большой помидор. А это самый большой помидор. Отличнейший помидор. Но обязательно среди помидор мы видим вот такие вот семенники висят. Вот это жуть. Так, пропустите меня, пожалуйста. Вот, ребят, я пришел с ведерочкой, посмотрите, пожалуйста. Это свои, да, это свои помидорчики. Так что с нас, как говорится, с почином. И тепличку рановато еще, как говорится, рановато ее убирать с путей наших
нашей жизни. Она нам помогает, еще как помогает. Не скоро у нас помидоры будут еще здесь на огороде. Они там завязываются, конечно, цветут, там все замечательно. Сейчас дождики прошли, вообще все отлично. Вот. Но теплица уже дала первый урожай. Так что нас еще раз с первым помидорчиком. И также вам добра, всем здоровья. И если у кого есть урожай, а если даже ни у кого нет урожая, ждите, будет урожай в этом году. Ну а вот с этими друзьями, знаете, у меня хозяйство. Что куры, что цыплята, что даже бараны, что гуси, все это они съедают. Разрезаем там на 4 части, в длинь кидаем, и они с удовольствием это все съедают. Так что, что мы кушаем, если слишком есть что-то лишнее, мы, соответственно, это все скармливаем хозяйству. Ничего не остается, ничего не выбрасывается, ребят. Для этого и заводится хозяйство, для того, чтобы из расчета как бы этого чего-то там мы можем скармливать всякие овощи и фрукты. Даже вот дожди проходили сейчас, которые такие были ветреные, грозовые, шквалистый ветер был, и некоторые яблони у нас обсыпали, яблоки, которые, как говорится, уже не удержались. Бараны с удовольствием это все уже поели. Всем, ребята, хорошего еще раз урожая, добра, здоровья и до новых встреч на каналах. Всем пока-пока.